На мужа! Ассаламу алейкум! Сегодня мы находимся в нашей братской республике Ингушетия, город Магас. Хотим провести презентацию шпаклевки Гилис для всех мастеров и для всех гостей. Мы сегодня также подготовили подарки. Поехали! Чуть-чуть о ней рассказать. Это турецкая шпаклевка. Мы заказываем в Турции. Это наш рецепт. Мы сами, наши специалисты поехали, работали в лаборатории. Способ применения, способ приготовления. Вот на медленной скорости я сначала чуть-чуть перемешиваю. Примерно вот такой. Жду 4-5 минут. И потом уже на высокой скорости домешиваю на свое усмотрение, как мне нравится больше вот так. Что касается воды. На мешке написано 680 миллиграммов воды на килограмм шпаклевки. Это 3,5 литра воды на 5 килограммов шпаклевки. Ждем примерно 4 минуты. Я густой приготовил. Густой ты приготовил? Густой хороший. Вообще отлично. Вообще отлично. Да, Юра, пожалуйста, попробуй. Вот поэтому... Ну, лучше, чем вот это. Жирность есть. Вот. Да, лучше, чем другие шпаклевки? Да. Сатенде, говорит. А, маша, лучше, чем сатенде. Нормально. Нормально? Очень, рекомендуешь? Очень даже нормально. Попробуй, пожалуйста. Нормально. Да. Нормально? Да. Рекомендуешь? Мухи это? Дикие командации. И? Да. С этим дико дикие. Рекомендуешь? Да. Дело резко. О, очень хорошо. Сахар. Ты не поможешь. Если ты так сам богу, где тебя будешь? Рекомендуешь? Маша, дело резко. Честный отзыв. Мне понравилась шпаклевка, реально. Рекомендуешь? Да, рекомендую. Спасибо, Джеки. Людям рекомендую.